Добрый день. В данном видео мы рассмотрим комплексную полуавтоматическую линию розлива продукта МДП-200М со входным столом КДМ-600 и транспортером линейным серии ТЭФ. Расфасовывать будем жидкость. Стеклянный флакон объемом 25 мл. Установка изготовлена из нержавеющей стали и соответствует стандарту GMP. Давайте приступим к работе. Спасибо вам большое за внимание. Всего доброго и до свидания.